Да? Ага. Вот я на еде. Так, джида, туалет уже мали чума. 这是成品啊，对成品。然后成品，你看这个质量，相当。那三百克拉姆呢？ Это же мощь, это очень мощное предприятие, во-первых, во-вторых, это очень высокий уровень модернизации. Третье, значит, это разнообразие продукции. Я считаю, что наши товарищи уже попробовали молочные продукты, попробовали мороженое, все едино. Гласно сделали такой вывод, что такие продукции имеют спрос на китайском рынке. Мы и посольство, и союз китайских предпринимателей, мы будем, знаете, работать и помогать предприятию установить прямые контакты с китайскими партнерами, помогать, значит, поставить эти продукции на китайский рынок. Мы смотрим, что у каждого члена делегации свое мороженое, своего вида. Впечатлены вообще вот разнообразием? Свой вкус. Впечатлены разнообразием? Конечно, конечно. Да, да. Очень. Но это самое главное, это вкусно. Вкусно. Я думаю, что и чисто, и вкусно, и сырье местное, свежее. И даже стаканчик, значит, местного производства. Я думаю, что все с самого начала до конца все качество гарантировано. Спасибо вам большое и приятного аппетита.